Салют, братишки-стрелки, микрофон Мистерка, и добро пожаловать в GTA 5, где сегодня Майкл, Тревор и Франклин находятся не зря в полицейском участке. Нет, они не пришли его грабить, и даже не пришли сюда есть пончики. Майкл, чёрт побери, брось пончик, ты не пончики сюда есть пришел. Мы пришли сюда сегодня работать полицейскими. Разумеется, плохими полицейскими, потому что вы уже можете заметить то, что у Тревора в руках РПГ. Он просто отказывался идти работать копом с другим оружием. Поэтому Тревор сегодня будет настоящим плохим копом, а Франклин, получается, будет гангста-копом, потому что он сбитый. Я не знаю, что из этого получится, но я думаю, что такая компашка в роли полицейских отлично справится с работой. Пришло время привести улицы этого проклятого города в порядок, поэтому обязательно ставь свой зверский лайк, а нам же нужна машина, и я ее уже вижу. Я думаю, первым делом мы должны отправиться в гетто. Во-первых, гетто тут близко, там всегда есть преступления, а во-вторых, Франклин сам из гетто, он, черт побери, гангстер, наверняка захотел бы съездить к боссам на Гроу-стрит и как следует им отомстить. Внимание всем уступить дорогу, я тут самые плохие копы Лос-Сантоса, Майкл, Тревор и Франклин, черт бы вас подрал. Грузовик передо мной выехал. Ты чё, офигел что ли? Так, нужно разобраться. Сэр, сэр, успокойтесь, чёрт побери, он меня ударил еще. Ауч. Так, сэр, успокойтесь, поднимите ваши руки на землю. На землю, вы что делали сейчас вообще? Вы напали на офицера полиции, черт побери. За это вы получаете по вашей спине дряхлой. Скажите спасибо, я вам вправил радикулит. А вот и Гроу-стрит, территория банды Бауэсов. Я думаю, здесь копов не очень любят, но нас должны уважать. Эй, йоу! Полиция приехала к вам на район. Ну что, Франклин, с кем ты хочешь здесь повеселиться? Я смотрю, бандосов тут нормально, давай-ка к этим пристанем. Уважаемые молодые люди, чем занимаемся? Проверочка документов. Документики ваши доставайте. Давай-давай, убирай свой телефон. Побежал, а ну стоять. Мы хоть и плохие копы, но будем действовать настоящие полицейские. Вы что, пешком там идете? Алло, преступник от нас убегает. Франклин, черт побери, Тревор. Он еще и машину угоняет. А ну стой. А ну выметайся из машины и руки поднял быстро. Поднял руки. И на землю медленно. Вот так вот. Ложись на землю. Сейчас пяточку тебе прострелю. Тревор, ты что творишь? Ты убери свое РПГ. Ой, зря я начал про него стрелять. На нас тут все загрелись. Черт побери, на нас все баусы загрелись. Тревор, пожалуйста, убери свою РПГ подальше от меня. Черт, Тревор просто настоящий псих, нельзя давать такому полицейскому оружие. Франклин, а ты чуть бегаешь туда-сюда? У тебя же бита была, иди кому-нибудь бошку разбей. Ладно, если это война, то значит война. Ну слушайте, нам нужно подкрепление, нужно вызвать сюда пару патрулей. Надо вызвать сюда сват обязательно, потому что это уже серьезное нарушение. И мы в полной заднице. Диспетчер, это самые плохие копы Лос-Сантоса, Майкл, Тревор, Франклин. Нам нужно срочно подкрепление, мы в полной заднице. Ладно, подкрепление вроде как едет, я уже слышу сирены. Да, вон полицейские подъезжают. И скоро должен еще сват приехать. В целом мы почти со всеми разобрались. Тревор там нормально зарешил ситуацию со своим РПГ. Так что думаю, можно прорываться. Давайте за эту машинку. О, здравствуйте, мэм. Не думал, что на службе в полиции еще и девушки работают. Франклин вообще не понимает, что делать. Он просто в шоке от того, что сейчас происходит. Он, не знаю, Франклин, иди спрячься что ли куда-нибудь, пока тебя не подстрелили. А то сейчас тебе бошку все мозги оттуда вырубят. О, полиция, сват, блин, приехал самый последний. Давайте, ребята, помогайте, мы в полной заднице здесь. Надо надрать задницу этим черномазым подонкам. Они еще из крыш лезут. Так, завалим еще пару бандитов. Еще надо кого-нибудь живым поймать, я думаю. Давайте этого. Эй, бросай оружие, и ты сможешь выжить. Давай, бросай оружие, красавчик. Все, ложись на землю. Я смотрю, ты ранен, поэтому тебя мы арестуем. Тревор, не стреляй. Тревор, не стреляй. Только по нему, Тревор, убери. Черт побери, Тревор, ты что творишь-то? Черт, Тревор! Я сейчас заберу у тебя РПГ силой. Тревор, все, успокойся, мы со всеми разобрались. Больше бандитов не осталось. Хватит стрелять из РПГ, ты вообще по кому из РПГ стреляешь? Ты же стреляешь по другим полицейским, Тревор. Ты что, с ума сошел? О, боже мой. Ладно, давайте возьмем машину и будем валить отсюда со всех ног, потому что Тревор сошел с ума. Реально сошел с ума. Другие полицейские уже по нему стрелять начали. Боже мой, это плохим копом назвать трудно. Так, Франклин, залезай. Мы, блин, уже стали копами вне закона. Я думаю, надо валить из Лос-Сантоса. Тревор, если уж ты решил побеспредельничать,
Ты бы сразу сказал, мы бы поехали в Сэнди Шорс. Так что валим нахрен из Лос-Сантоса, пока здесь все не улеглось, и едем в пустыню Сэнди Шорс. Пусть Тревор беспредельничает там. Хотя нет, стойте, стойте, я вижу подозрительную машину, которую мы обязаны проверить. Вот она. Она по нам стреляет? Вы серьезно, что ли? Это полиция Лос-Сантоса, прекратите по нам стрельбу, черт побери. Ты вообще кто такой, что стреляешь по нам? Все, прихлопнули его. Какой-то бандит, видать, решил отомстить за своих корешей и решил на нас напасть. Там, кстати говоря, еще один едет и, судя по всему, хочет пострелять. Да, я вижу. Очередные бандиты, слушайте. Да здесь гетто опасно, Франклин. Если бы я знал, как здесь гетто опасно, я бы... Блин, мы машину нашу взорвали. Тревор, ау! Меня сбили! Сбили! Офицер ранен! Код 0! А ну стоять! Куда побежал? Ты только что сбил, блин, Майкла де Санта. Ты хоть знаешь, кто я? Я главный коп этого города. А ну стоять! Стоять или мой дружбан Тревор тебя прикончит? Ну, или я. Окей, мы подъезжаем к городку, где живет Тревор Сэнди Шорс. Здесь на самом деле много бандитов, всяких дилеров оружия. Тревор, в принципе, сам дилер оружием у нас, но сегодня он бравый полицейский. Вы сами видели, как он сражается. Такого полицейского будут бояться все. Все теперь в гетто будут знать, что с Тревором Филлипсом, с Майком де Санто и с Франклином ни в коем случае нельзя иметь делов. Но пока нарушений я тут не вижу. Я думаю, нам нужно проверить какую-нибудь машинку на предмет запрещенных веществ. Например, та, которая едет перед нами. Вот этот Хаммер. Хаммер очень подозрительно смотрится. Водитель Хаммера, прижмитесь к обочине для проверки документов. Немедленно! Так, ну он запарковался. Он запарковался, это уже хорошо. Я, кстати, попросил Тревора больше не доставать РПГ, поэтому дал ему нормальное оружие, потому что РПГ назвать нормальным оружием трудно. Здравствуйте, сэр, это полицейский. Пожалуйста, предъявите ваши документики на машину, ладно? Что, как его зовут? Джон Миллс его зовут. Позвольте проверить вашу машину на предмет запрещенных веществ. Как это вы отказываетесь? Что это значит, вы не даете разрешение на досмотр вашей машины? А ну тогда вылезай оттуда, вылезай из своей тачки, заперся там, смотрите, заперся и боится полицейских. Тревор, покажи ему. У тебя уже кишки наружу полезли, поэтому терять тебе все равно нечего. Давайте-ка припугнем его и прострелим несколько колес. Тревор, ты что там собрался делать? По нам стреляют опять? Да здесь повсюду кто-то стреляет. Так, всем... Тревор, не убивай его только. Так, Тревор, не убивай его. Давай я вытащу его из машины. А ну, вылезай, поддонок. В смысле, ты не разрешаешь досматривать свою тачку? Наверняка что-то скрываешь, да? Нужно его арестовать. Да по нам стреляют, его подстрелили. Мужик, тебе сегодня, конечно, жестко не повезло. Видимо, его дружбаны прибежали. Слушайте, ну если его дружбаны прибежали, придется его пристрелить. Франклин, ты чё здесь стоишь-то просто так? Все, оружие у тебя есть, так что давай, прикрывай мою задницу. Слушайте, это гэнгстеры опять из гетто приехали. Да чё это за бред такой? Мы уже уехали из Лос-Сантоса на несколько километров, а гэнгстеры все равно здесь. Так, слушайте, нам нужно подкрепление опять, нам нужно срочно СВА сюда присылать. Диспетчер, у нас серьезная перестрелка в Сэнди Шорс на этот раз. Нам нужен СВАТ и как можно быстрее. Так, я слышу сирену. Франклин, ты сегодня хоть один выстрел сделаешь? Мне кажется, из Франклина плохой полицейский. Он не умеет стрелять даже из нормального оружия. Все, СВАТ приехал. Отлично, теперь можем идти на пролом. Ну чё? Все, кранты тебе? Отлично, разобрались со всеми. Нет, Тревор, нельзя. Нельзя стреляться со СВАТом. Тревор, нельзя стрелять по СВАТу. Это наши друзья, Тревор. Я понимаю, ты привык стрелять по полиции, но это наши друзья. Черт, у нас в Сэнди Шорс теперь проблемы, надо валить отсюда. Потому что местному подразделению СВАТ это точно не понравится. Нет, пацаны, не стреляйте по нам, не стреляйте. Все, мы уезжаем. Мы уезжаем отсюда, Тревор. Не показывай им факт, пожалуйста. Черт, побери. Да, такими плохими копами надо еще научиться быть. Ладно, в гетто мы съездили, в Сэнди Шорс съездили. Пришло время Майкла. Майку нужно съездить к своим соседям, потому что он своих соседей не очень долюбливает. Но для начала нам нужна новая машина. Новая полицейская машина, потому что это... Ну, вы сами знаете, далеко она уже не уедет. Но полицейскую машину нам необходимо еще найти перед этим. Хотя, знаете что, искать ее не обязательно. У меня есть план, идеальный план для этого. Так, вызываем сюда подкрепление в виде СВАТа. Да, СВАТ отлично нам подойдет. Диспетчер, тут серьезная перестрелка. Миллион людей, миллион гангстеров. Нам нужно СВАТ и как можно быстрее. Да, сами не справимся вообще никак. Слушай, мужик, а у тебя красивая машина. Ты что там мне сказал, а?
Что там мне сказал? Езжай отсюда давай. О, сад приехал. Здравствуйте, мужики. Все, мы всех убили уже, сами понимаете. Мы вашу машинку одолжим, вы не против? Так, нас тут преследование за кем-то. Залезайте быстрее. Залезайте быстрее, пока мы не упустили подозреваемого. Подозреваемый от нас скрывается. Так, я вижу, что он едет на соседнюю улицу. Блин, он уезжает из города. Это вообще кто такой? Я даже не знаю, кто это такой, но он уехал из города, поэтому нам сейчас придется проводить разыскные действия и искать его на этих дорогах Вайнвуда. Я надеюсь, далеко он не скрылся, но тачка у него была достаточно быстрая. Блин, ну и где мне теперь его здесь искать? Он мог уехать уже очень далеко. Он мог поехать обратно в Лос-Сантос, мог поехать наверх, налево. Блин, я даже не понял, кого мы сейчас должны были искать, но он скрылся от нас. Нам нужен вертолет. Пожалуйста. Диспетчер, высылай вертолет. Мы сами не можем найти подозреваемого. Два вертолета летят на поиски. Надеюсь, что сейчас они помогут нам прочесать этот район и найти этого преступника. Ё-моё, тут какая-то... Так, преступника нашли, тут еще какая-то погоня. Ну, нам нужно направо. Слушайте, видимо, какой-то серьезный очень подозреваемый, раз... за ним... Слушайте, это, судя по всему, тоже за ним-то погоня. Серьезный подозреваемый, раз за ним столько полицейских гонится. Ну что ж, в таком случае нам ни в коем случае нельзя его упускать. И думаю, надо вызвать еще машин побыстрее. К этой погоне... Диспетчер, высылай все свободные наряды, которые есть поблизости. Сами мы не справимся. У нас какая-то развалюха. Слушайте, а он идиот. Он едет в ловушку. Он едет в ловушку как раз туда, где стоят полицейские. Черт. Чувачок, ну ты облажался. Ты попал прямо в лапы к полиции. Все, окружаем его, окружаем. А он сваливает. Полицейские, вы что, не смогли его остановить? А ну живо тормозите его. Это же машина Франклина. Черт побери, Франклин, у тебя тачку стырили, пока ты здесь за копа играешь. Но за это надо отомстить 100%. Тачку Франклина нужно вернуть. Ау! Это полиция Лос-Сантоса! Он меня здесь сидит, валили из этой тачки. Ну, живо ее верни, или мы... Блин, я не могу даже громко говорить ли ему ничего сказать, потому что он слишком быстрый и просто уезжает от нас. Диспетчер, высылай еще машину, но здесь серьезная погоня, очень серьезная погоня. Он решил с нами в гоночки поиграть. Но чем дольше ты с нами в гоночки играешь, тем сильнее у меня возрастает напряжение, сам понимаешь. Ярость моя накаляется. Так, вызываем еще пару патрулей. Блин, за ним два вертолета, несколько патрульных машин. Я сейчас еще подмогу вызвал. А он все никак не хочет сдаваться. Но вот этот вот полицейский на мотоцикле нормально свою работу, думаю, выполняет. Как раз он быстрее всех передвигается и, думаю, нашего подозреваемого не упустит. Это полиция Лос-Сантоса, сколько тебе говорить? У меня смена скоро заканчивается, я хочу поехать домой к своей семье. Джимми меня ждет, блин, дома, так что давай останавливайся. Слушайте, надо прострелить ему колесо, иначе мы его точно не остановим. Вот, все, он сразу управление потерял. Так, 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 блокируем его, блокируем. Блин, а где все наше подкрепление? Черт, никто нас, до нас доехать не может. Мотоцикл здесь не справится. Давайте, парни, только вас и ждем. Ну же, тормозите его. У него одного колеса нет. Думаю, скорость он теперь быстро набирать не сможет. Нужно пробить ему еще второе колесо, и наверняка он остановится. Уже через весь город за ним гонимся. Проехали такое большое расстояние. Так, давай, давай, давай. Блин, врезался в припаркованные машины. Но, блин, надо запретить. Ты что ты в меня врезаешься? Господи, парни, повнимательнее, посерьезнее ко всему относиться. Да, не думал, что все так будет серьезно, но придется вызывать еще несколько патрульных машин сюда, потому что погоня действительно большая у нас начинается. Так, осталось пробить еще, наверное, правое колесо, и он точно остановится. Дружище, лучше сдайся, лучше сдавайся. Так, он остановился, его перекрыли, дорогу мы перекрыли. Так, вылез... А это опять Баллас. Черт побери, мы сегодня конкретно дорогу Балласом перешли, раз они нас охоту открыли. Ну все, его мы обязаны арестовать. Убивать его нельзя. Тревор, не убивать его, ты меня понял? Франклин, забирай свою машину. Мы ее немного покоцали, но ты должен сказать нам спасибо, то что мы поймали Балласа, который угнал твою тачку. А куда он обратно сел? Я не понял. Ты что вытворяешь? А ну вылезай из машины. Вылезай оттуда. Он в наручниках, он в наручниках удирает от нас на угнанной машине Франклина. Слушайте, такого я еще не видел. Он, получается, плечами, что ли, сейчас рулит? Так, нам нужно его остановить, его нельзя так просто отпускать. В наручниках, я думаю, он недалеко от нас уедет, но тем не менее. Слышь, говнюк, а ну останови тачку и вылезай оттуда. На что он рассчитывает, удирая от нас в наручниках? Так, постойте, постойте, постойте. А куда пропал Баллас?
Там вместо Бауса появился другой человек. Ну что ж, с ним тоже придется разобраться. Сэр, выходите из машины, потому что эта машина принадлежит не... Сэр, не заставляйте вам предупреждать вас два раза. Вы убирайтесь отсюда. Убирайся отсюда, чтобы я не видел тебя тут, понял? Беги отсюда. Нет, Тревор, ну я же не хотел его убивать. Тревор, ну что ж такое-то, а? Тревор, ну не стреляй ты по другим полицейским. Боже мой. Так, все, Франклин, я сажусь в твою тачку и валим отсюда ко всем чертям. Нельзя никогда давать возможность играть за полицейского Тревору, потому что Тревор выходит из-под контроля и начинает стрелять по своим же полицейским. Но, тем не менее, эта смена игры за полицейского за трех плохих копов Франклина, Майкла и Тревора мне понравилась. Она была уж точно необычной, поэтому надеюсь, ты поставишь свой зверский лайк. Если ты хочешь увидеть новые серии за полицейского и в том числе за плохого копа как можно быстрее, то пиши в комментариях «хочу еще», и я обязательно ее выпущу как можно скорее. Но спасибо, что посмотрел до конца, подписывайся на канал, у микрофона был Мистер Кей. Всем хорошего настроения, удачи и пока.